Москва призывает ливанские политические силы к диалогу на основе общей приверженности суверенитету, единству, территориальной целостности и демократическим устоям страны, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России. В центре Бейрута 22-23 августа прошли массовые манифестации, вылившиеся в столкновения с представителями органов правопорядка. В воскресенье в результате столкновений демонстрантов и полиции погиб один человек и около 40 были госпитализированы. Поводом для выступлений стали возникшие в Ливане в последний период проблемы с вывозом и утилизацией бытовых отходов, однако демонстранты перешли к выдвижению политических лозунгов, требуя отставки правительства. В Москве с глубокой обеспокоенностью воспринято обострение внутриполитической обстановки в дружественном Ливане. Очевидно, что в условиях отсутствия национального согласия относительно кандидатуры президента страны и противостояния вызову международного терроризма крайне важно сохранить стабильность страны и не допустить углубления общественно-политических противоречий, сообщили в ведомстве. В Москве убеждены в безальтернативности решения назревших проблем и вопросов внутренней повестки дня Ливана через широкий диалог ливанских политических сил на основе их общей приверженности суверенитету, единству, территориальной целостности и демократическим устоям страны.